Подойдешь, обмен дашь? Так, штаны и роги надо, наверное. Штаны и роги? Пеликан. Ну да, Хейба, давай сразу. Там еще ступни упали, я их тоже должен собрать. Да, 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 да. Поставь рыбу или либо. Да, поставь рыбу, ребят, клик там на бафный пул сразу, когда разрол пойдет. Хавайте. Полюшка не душит. Полюшка не душит, ты прав. Что не души? И, а что ролим? Забирай, а мне нахуй не усралось. А, так ебал, да. Что я теперь 220 рестарт. И, блять, магу она тоже нахуй не усралась. Слышишь, Саня? Да, да. 220 рестарт. Фулс. Да ты, блять, вообще, блять, физончик. Че, ну я все разролил. Все, давай, чеки на баф еще раз на пул. Эффекты есть, ребят, катки кого-то есть. А РДДшники и поняли, которые тут первый раз вообще что делать? Смотрите, РДД. Еще на РДД бить. Давай, чтобы я меньше объяснять, бегайте за звездочкой и домашний. Вот, Полюшка, озвучивайте. Хорошо, я буду канал. По мне каску, пристабав, все бафы по мне. По поезду. Да, ребят, просто все РДД стоите со звездой кучно, он скажет, куда отбежать, куда не отбежать при этом спейсе. Магу дайте этот на СПД фласку. Дайте ему там фласку. Обязательно на этом боссе пьем припоты и фласки. ХП у него слишком дохрена. И смотри, истерию только на 35% даешь, потому что... Укол... На откатится. А, не, хотя, смотрите, можно дать истерию, если у тебя один ХП, то ты ее снимаешь. Прям своей кнопкой, правой кнопкой мыши снимаешь. Если нет, то можешь дамажить. Мак, ты где? Алло. Если хочешь, можешь рискануть. Лучше не давай нахуй, да и все, блядь. Нет, чтобы откатилось. Нет. Он просто снимет. Нет, давай, он ее снимет, если будет. Ну давай, делать. Давай, окей, давай. Пулу сразу дашь мне истерию, я продамаживаюсь. Давай, чек на пул. Все, поехали. Пуляй, чурок. А, вот тут собрались его танчить? Я себе. Так всегда. Да, все. РДД, РДД всех звездей, РДД всех звездей. Живо, РДД всех звездей. Припуты выпили. Поехали, стерик, давай сразу, пока нету ни одного. Блин, ДБМ не показывает. Когда будет один спейс, что говорить? Ну, я тоже не показываю. Я тоже не показываю. А что, у вас рейд фреймы не видно? ХП? Видно. Не, я скажу, когда один ХП будет. Только я у мильков вижу. РД это я не вижу. РД, если полюшка просто скажет назад. Один ХП. Метку. С одним ХП метку. Ну, видел истерия, блядь. Еще делать тебе. Рейндж, шаман, отойди. В смысле, тебя убило? Конечно, да. Блядь. Тогда не знаю. Блядь, она. Давай сразу упадем без хуйни, потому что это другие. Да, давай упадем. Давай упадем. Да, короче, на 35%. Дать можно только на третьей фазе. Это наш дамажит. Истерию на 35% даете и Геру на 35% придаст. Все, это, можете меня реснуть? Реснуть меня, сразу забафайте меня. Блять, я думаю, так можно. Не, нормально, сейчас убьем, сейчас нормально. Не, ну понятно, но я думаю, то, что я идею тебе предложил. Не, я не успел что-то снять даже. Ваншотнул резко. Да потому что не успел увидеть, когда повешалось, он же моментально ее вешает. Угу. Давайте, если, ребят, если бы он кастовал, было бы время среагировать, а так-то да, нет. Да. Ладно, бог. Все подошли, рыбу дали, фулл бафф сдали, рез. Кто пульнул босса? Отходите обратно, дали. Отходите. Двери, всех двери, ребят. Тотемы убери, шаман. Да. Тотемы, все хорошо. Рыбу ставь, фулл бафф давали, резнуть люди. Еще раз. Это тотемы, сами. Не делайте такой фигни. Да, истерию я тебе там скажу на 30% веры, все нормально. Катки, кулаки обновили, сейчас лапу дам. Хавайте все рыбу, речки. Ласка СПД, Полюшка, продай ее там, хочешь класс. Кому? ШП, Вайтфо. Ебать, Полюшка. Мои халявные фласки продают. Не, я пол тоже. Обновите по Бобису. Чек на бах на пол. Каску по старому дру. Куру, да, давай я тебе продам. Здесь цел не поможет. Хотя, ну, есть. Давай дам. Где-то там. У Фейба нету на АП фласки. Есть у кого? Давай, Фейб, иди сюда, я тебе дам.
У всех есть лавки, каски по всем обновить, и там никому еще надо каску. Быстрее, резче. Никому, да, уже не надо. Все, пуляй, вирус. Не, сейчас он подойдет сюда. Да, подойдет. Окей, подойдет. Все, истерии не даем, ничего не делаем. Трени, делаем все красиво. Первого пула сбиваем. Пуляй. Приход, поехали. Ко мне, РДД, чисто ко мне, меня, в мой фрейм. Звезду бегайте чисто и все. Он покажет, куда где. Кто может дальше хилить, стойте дальше еще. Потому что шаг назад делать все равно придется. Да, чтобы вас не откинуло, с одним хп не убило. Блять, ни одного крита, серьезно? Так, один хп фейт, поехали. А дай шаман, чуть назад пойди. Кольцо поехали. Не, не достает. В принципе, мое стойте. Стойте, мой фрейм, лишь никуда не ходить. На полюшке фрейме стоимся. Метеорит далеко достаточно. Не достанет. Нормально. Маг правее станет. ШП правее, в меня прям станет. ДПС, в принципе, хватает. В принципе, да. ТП и назад с полюшка это все. Вертишь, кольцо. А ты зачем? Мак, а ты реально зачем? ТП, как ты сдох? Я же сказал, назад. Я так, не понимаю, ребят, что непонятного стоит в моем фрейме? А то с ТП вставай, дайте full баф ТП. Ставку, предстабаф, ИП-5, лапу дал. Стоп, а зачем Мак пошел в метку? Не знаю. Не стойте в одно... Стойте в одном фрейме вместе с Локом, пожалуйста, ребят. Да. Сильная метка, звезда, пацаны. Давайте. Вот как это? Это может слово тьмы, боли, смерти? Нельзя ее кастовать под бафом. Вообще не кастую ее на этом боте. Не, это я предположил. Ну, она тебе и шоты. Да, слово тьмы, смерти, конечно. Но там один хп остается. Не знал, наверное. Ой, бля. Вот ты. Как Бобби сможет встать? Вставай, если можно. Потому что огонь достает вот этот. Ну, до меня не достает. Блин, Бобби, ну ё-моё. Всё пробовать, не знаю, можно попробовать. А сколько у тебя до ресалки? Если много, то смысла нет, говорит, продолжить. Ну, 9 минут, тогда давайте и выйдем. Давай. Давайте. Выйдем. Я понял, Бобби, ты... Ну, дальше надо, значит, ты сам дальше становись, чтобы люди тоже, блядь. Он возле огня. Максимальный рендж. Короче, Полюшка, ты просто как отец за них с ними. Давай, пресная. Короче, Полюшка, ваша мама, блядь, вы за ним бегаете, все. РД, вы метку эту не бегите. Нет, даже на сантиметр нельзя отходить. Я это, вот... эта метка, короче, вас не касается. Вы просто на макс ренджер, как можете поставить скиллы. Вот это рыба не достает. Один хп вас не будет убивать. Рыбу фулбаф, капки, ИП-5, пристабаф. Это метка чисто для миликов. Отходить-то... Чтобы не шокнул. Я не шокнул, брат. Это тебе достаточно. Надо отходить, значит надо. Да, смотрите, это я инфернала. Я говорил, вот нафига он отходил? Нафига, ну зачем? Все, понял, это, смотрите, РДД, сейчас кто-нибудь стоять рядом с полюшкой, минус кролл, я вас предупредил. Вы не сделаете или... Стоим в РДД в звезде, он вас будет водить. Все, все готовы, можете пулять, он подбегает. ШП, этот скилл подальше выкинь с панели на этом боссе. Да, не бей слово. Слово тьмы смерть, не юзай вообще, просто другими бей. Да нам тебе один ХП, просто чуть назад шаг сделал, и все. Я ничего не скидывал. Очень легкий босс у меня. Один хп. Я буду говорить, на ком один хп есть. Милик, два милика и шп с блок. Хорош. У нас типа ДПС хватает, я смотрю, да? Проходной 5000. А, на туре? Да. А, ну значит мы еще успеваем за горами. Так, милики, тихо, поезд, старый,
и 2 РДД, 3 РДД точнее. Все хорош. Ничего сложного, пацаны, просто делайте шаг назад, когда на вас один хп. А что там по метеоритам анонсирует, куда падает? Я анонсу, если он в нафт падает. Часто в нафт, хрена не падает. Типа говорит, там слева далеко, я тебя вижу. Да без хрен, без. Он будет говорить, когда будет близко. Прям в ДД зону, в мили зону прям падает. Налево, налево, налево. Налево, налево, отводи налево, босса там. Налево. Входим РДД. Вот сюда вот чуть-чуть. Вот так. Все, литый у меня. Как? Литл, если такая ситуация, то уходи в РДД зону. Прям назад уходи. Потому что... Все нормально, пробуем, пробуем. 6 минут ПР мы должны... Ну, тоже первый раз, да, тут получается? Босс забагался, я не могу бить. Подвигай. Разверни нормально. Подвигай нормально, вот все хорошо. Все, в РДД зону. Милики, теперь вы в РДД зону отводите. Ну, то есть, когда на вас один ХП, в РДД зону побить. РДД, отошли чуть дальше. Вот сюда. Назад, назад. Веди прямо вот к РДД. Вот сюда, отойди. Что? А что за хуйня? Вот это баг сейчас был. Мне прям перелетыбал, как будто этот милизон упал, метеорит. Так, полюшка, фейп в РДД. Кольцо. Хорош. Фейп возвращается. 58% вопрос. Сейчас 5 минут до БР, а сейчас если откатится, думаю, убьем на визе. Еще СС на друида надо дать, на всякий случай. Есть СС. Бля, далеко, по-моему. Да, далеко летит. В РДД зону на ком один. Да. Ой-ой-ой. Поезд на того второго. Кольцо. Но мне есть СС, нормально. По 2%. Если есть там приходки, приходки. Герус на третьей фазе сдавать будем. Да, да, один СП поезд. Пейп. РДД там как-то хорошо. Геру на 35%. Я скажу. 50 темпов. В мили зону летит. Отводи чуть-чуть налево босса. Налево, налево, налево. Налево, ДК чуть сдвигай, босс. Вот, тут чуть-чуть, да, вот тут хватать. Все, вот тут ставь. Просто не заевейди, он может заевейдиться. Отойди. Разверни. Фейп, отошел. Все, хорош. Так, нормально. 53%, нормально. 4 минуты ПР, неплохо. 5 минут СС. Да, нормально, я успею ПР написать, то есть сейчас сдохнуть, то... Я бы лучше не на Литтла оставлял, на меня или на Фейба. Окей, посмотрим, если сдох. РДД левее чуть. Отошли. Илюх, один ХП поезд, поехал. Если что, обновишь СС, правильно? А, сердит, ясно. Брат, это хорошо. Я тогда верну Литтла, скорее всего, да. Он как-то поумнее, так сказать. А кто там умер? Мак. 45%. Можно, в принципе, минус ИП, типа, минус ИП, говорю. Минус ИП, глянь, где он умер. Поезд. Еще ХП. Сколько? Ой, у меня один ХП. СС есть, нормально. Баф мне дали, каску быстрее, с кулаком быстрее. Каску быстрее, пристабав, дай мне, прист. Каску он не даст тебе, он мертвый. И да, пристабав. Все хорош. Я сплаканул капец как вообще. Я не увидел своих хп. Что этот молоточек над полипалом летает? Я не могу. Поезд. Какой молоточек? Да, у которых каску увеличивает тебя. Думал эти... Тихо, ребят, 38% у босса. Скоро будет Гера готов. И сразу истерию закидываю. 2 минуты до БРа. Литтла буду БРить. Как Литтла БР, но дает ему сразу кашку и тренер дан, наверное. 36%, давай БЛ. Истерию БЛ, поехали. Одним ХП поезд. Фейт.
Бля, что? Мейн Фернал убил. Так, это все-таки. Можете уже в милизону заходить, уже не будет кольца на 35%. Где можете в мили заходить уже? Мили, двигаемся через милизону, ребят. Уже не будет ничего, можете просто в мили стоять, ничего не будет, уже не будет этой херни. Кольцо же вроде как будет, только оно не откидывает, да? Да, нет, ну, да. Откидывает, но не будет 1%. А, нет. Думаете, что и чё это было? На 20, наверное, на 20, да, наверное. Это, наверное, вот, Инфернал, видишь, дотикал. Внимание, это какой-то баг сейчас был, я не было никого. Не, РДД, стойте вот на месте. Да, может, еще убьем, давайте, пошли. Да, да, убьете. Пробуйте на изи. Смотрите, если будет инферналы прям на вас, отводите налево. СС, полюшка, дай по присту, наверное, гимноману. Две минуты еще, если не могу дать. Гимноману, прист. Гимноману. Вообще, в РДД зону, милики, в РДД зону. Так, и... Отводи, к ним веди, босс. К ним босса веди. Все нормально, так нормально. Но это опасно. Инферналом. Все так. Вот теперь к нам, блядь. К нам веди теперь, босса. Прям к ним иди. Блядь, мне вайп нашел. Ну, я считаю... Магу... Ребят, вайпайтесь. Магу заслуженно. Как бы, Литл, я не знаю, Литл Мили ДД, он на вашей совести, но могу заслуженно. Потому что ты стоял ближе, чем я. Надо стоять либо дальше, либо во мне. Да тут все поставили, по-честному, блядь. Че? Ребят, я, короче, отлить на 2 минуты, может, перерыв 3-4 минуты сделать. А может, понимать, это, блядь, не игра, это... Или чисто я тут. Да, блядь, чистоты походу. Ну, я ладно, тут уже, блин, из ладно, последних сил держусь. Ладно, присмотрите, мне просто, я тут выпил, блядь. Давайте, я отошел на 2 минуты отлить. Okay. Не то, что я высп подойду. Давайте быстрее тут. Сразу обсадите к нам. Сейчас убьем, просто у нас двое сдохли, сейчас бы перевели, убили к ней поставили. Ты два раза сдох, причем. Угу, да я тоже сплаканул, блин, с одним хп. Сейчас буду смотреть нормально. Сразу, наверное, СС финиш на меня. Я на тебя и так с полу СС кидаю. Угу. В Атласе где-то 4 посмотреть. Ты именно статы хочешь? Если статы, то это приключения, комплекты, и там вот все расписано. Ну, вот приключения, комплекты, и там вот вниз листаешь, там Т4 будет. Т4-1. Ну, по-моему, у ДК именно... Не, ты БДК. Ты Т4 на кого делаешь? На БДК или на ФДК? Приоритет. Слышишь, а его нету вроде бы. А, есть. Ты кем будешь вообще играть? Потому что здесь как бы на ФДК... С этой такой, насколько я помню, там вроде им голова только нужна, а на БДК тебе надо фулл Т4. Просто если ты будешь делать на БДК, то тебе придется 25-ки тоже танчить. Просто здесь ты вытягиваешь спокойно, как бы, без заморочек лишних. Кого танчить? Я хочу потанчить. Что там надо танчить? Я про магик, игрулы и так далее. Там, то есть Т4, ДК надо именно... Фулл Т4 на Грула, на того же самого. А, например, на ФДК ему руки не нужны. Самонти? Сейчас. Сейчас убьем. Не Самонти, тут, блядь, телепорт. Сейчас убьем, пацаны. Сейчас никто не сдохнет, будет все четко. Макс, прошу. Все увидели и дома. Угу. Не, мы сейчас уже потравили, как бы уже все видели, что надо делать, если там хрень. На 20% тогда геру даем. Ну давай. На, давайте на 20. Истерию на 30. Тогда я тебе скажу, на 30 дашь. На 30 все-таки он прекращает 1% оставлять. На 20. На 20, да? А то обрадовались и там сдохли из-за этого. Давайте каску, кулак мне. Лапу. Короче,
Когда будет 20% у босса, можете подходить в милизону абсолютно, и РДД, и милики. Вам не будет ничего, ни одного хп. Каску лапу, не. Сейчас я подойду. Суманите, если хоть. Просто пока что так бьем сдалека, потом будет 20%, стоимся в миле и бегаем. Сейчас был хороший трай, типа, если бы не сдохли там делать. Рыбку. Стоит. Чек на баф на пул. Разбафайте мне каску, пристабаф на пул, флаг. А тут бафните. Каску мне еще разбафайте, инту бафнут. Чапурекс, как тебе? Инту и каску. Висит на тебя каска. Нет, только кулак на вес. Так, а подожди. На мне висит каска, говоришь? Инту, дай второй дамаг. Инту. Все, не висит, я же говорил. Инту еще. Все, отлично, поехали теперь. Сейчас он придет. Становится на позиции. Так, да, ориентировочно. Полюшка на РДД сидит. Говорит. Милишники не слакаем. Какую тут ауру лучше? Нахуя вот эту ретриковскую, блядь? Какую-то... От огня поставь. От тьмы или от огня, ну, блядь, что-то такое. От огня лучше, мне кажется. От огня, эти метеориты огнем бьют, они смотрят. Ну когда один хп хуй поможет. Полетели, я уверен. Это будет красивая. Препод выпали. Да поздно, препод на Геру уже оставьте. Ну. Один хп сейчас будет на перспективе. Готовимся, один хп. Старый поезд, Полюшка вердишь. Надеюсь, никто не. Вначале вроде плохо сносим как-то или нормально. Заебись, мы убиваем это все. Мы убиваем, да, если бы двое не сдохли сейчас. Ну, если бы я не расплакал сейчас с камнем, да. Старый фейт. Хорош. Лита, вот ты перед последней секундой перед дебаум становись, тебе в стенку от будешь отдать. Да, кстати. Очень 2%. Неплохо. Стоим. Поезд. Еще, да, один поезд от миликом. Остальные РДГ. Куда иди? Полипал ближе. 76%. Как-то непривычен на вас этот строчек найти. Обычно ТР-1 будет. Угу. Т4 будет. Старый поезд. Фейп. Трое. Когда бы 2Т4 сейчас оденешь, будешь... Вот. Ну если выпадет и шпешка не зарулит, и... Я зарулю не стану. Стоим на месте. Кстати, а вот это сейчас фишка была. Ты когда одно хп осталось, крик на хп дал? Нет. Просто. Не, вар дал. Это я случайно. Ну вот смотри, это может спасти жизнь в конце. Типа, что метеор не шотнет. Старый поезд из миликов. Полюшка. Бобис. 55%. Поехали. Вроде, пацаны, должны задавить эту клинику. Далеко. На топорах, смотрите, третья фаза сюда. Так, поезд старый. И Хорька. Весь ДПС прибыл. Короче, никто, главное, не вздыхает, это самое главное. Смотрите, в фазе ведут топоры. Там просто хилы активно хилите, топоры ловите. И все, вот ничего. 55%.
Один хп чист. Чё по метеоритам? Ну, там нормально всё, далеко, там всё нормально. Старый пейп. Здорово. Литл, а чё ты? Мокш. 50%. В миллизону летит метеорит. Миллизону. Направо, направо, направо. Направо, направо чуть босса отведи, ДК. Всё, чуть-чуть, вот. Стопни, 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 всё, вот, подводи его, жоп. Отведи его, отведи, ДПС же теряем. Отбегать к нам теперь. Всё, да. Всё, хорош. Всё, теперь бегай. Поезд, фейк. Фейк поезд. Все отбегаем теперь из миличников в РДДС зону. Сейчас не флудим. Сейчас исчезнут скоро големы некоторые. Будет нормально, можем сдвинуться скоро. 43%, ребят. Скоро не будет одного хп. Давайте прижмите свой урон, чтобы на 20 перепустить. 40%. Фейп, фейп только. Далеко метеорит, хорошо. Никто не сдох, отлично вообще. Полипал, тебе инер, блядь, я фулман. Да какой инер, ну? Ладно, 36%, ребят, давайте прижмите ДПС. До 20 прожимаем, можем спокойно в милизоне стоять. Бейл на 20%. Да, на 30%, давай Бейл, давай. Нет, лучше поезд, фейп. Резче, резче, пацаны, быстро. 32%. Истерию на 30%. Далеко. Истерию давай. Истерию, Бейл давай. Мы прижались к стеночке, РДД. Поехали. Бурстим, пацаны. Бурсты все отдаем. 25%. Давайте, давайте, давайте. До 20. До 20 его спускаем. Дальше будет еще легче. Давайте, 25. Далеко мицел. Все, хорошо, идем. 23. Все, все, теперь топоры, третья фаза. Топоры пошли, сейчас хилы и хилки уешь. В принципе, не больно бьет, ну так, бывает, когда. 20%. Все, 20% можно уже. В милизону подошли, быстрее, 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 быстрее. Все в милизону, все за жопу встали. Все, за жопу, все. 18%. Хорошему боссу надо развернуть, и чтобы все остальные в стенку стояли. Нормально, нормально. Все так давай стоим, без разницы. Все, 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 в жопу. За жопу встали. Все, ничего не будет, ребят. Все, в этом мы добили его. Хорош. Не, еще не тер, брат, все. Не теры могут, блядь. Нет, тер. у нас есть свободное место, если. Блять, таунти его, хорош. Я думал, метеор, блядь, не заметил. Я думал, все. Не, только не за эвейди, типа, брат. Давайте, пацаны. Сейчас... Не подходи к воротам не подходи. К воротам не подходи, потому что будет эвейд босс. Просто тут стой, лечи дальше от людей. Все, я брусы прожимаю, выпиваем. Все, стоим здесь. Кольцо, интервейца, варк, там. Прощайте, прощайте. Алло, я даю БР, Бобби, даю БР. Спокойствие дал? Инер тебе Бобби дал? Бафы по Бобби дали? Каст. Я все тут конец. Да, это такая же, подожди, еще 800 тысяч. Вот добьем все. Все, ГЦ, пацаны. Фрик-шоу закончил. Наконец-то. Сакру дали, сакру, 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 сакру. Все, маник закончился. Клин, клинок на меня. Блять, помойка. Башка. Клинок, кстати, на тебя, Полюшка. Да, я знаю. Ну, кому он нужен? У мага минус ролл этого... ШП, наверное, тут. У ШП... А, не, ШП тоже не надо. Ну, тебе только получаем. Минус ролл за то, что ты на втором пуле Молчазара сдох, и еще за приколы с Араном. Полюшка забирает, давай, Никита, сразу. Ну, или можете маунта разролить, фу, этого питомца. Ох, пацаны, блядь. И кому мне отдавать? Полюшки. Делупа, честно говоря.
Ой, голову и пошли на шахматы. А, да, пошли шахматы убьем туда сейчас. Да, разроль, голову разнем. Давай, хайп. Может, тебе сегодня повезет? Да, да вон тут палы, негодяи. А, нихуя. ФГЦ, бля, реально. В гильды двое заработали, получается, Т4. На следующий АКД. А если бы он отдал ему кольцо, сейчас бы у него было 2Т4. ФГЦ, это фейк. На следующем КД, может, тебе и этого... Бля, да я сейчас улетаю еще. Знаете, как прекрасно орать охрипшим голосом. Вообще пиздато. Кольцо хорошее на этого Навара, можете забрать второе. А нахуйня? Не-не, а нахуйня? Не, нормально это все. Там две дырки, можешь... чисто из-за дырок тащит. Можешь себе вот это да, взять, а мне... Я только тактику вообще как бы не... Лита, у тебя нужно сраповое кольцо? Ой, хочешь себе ее забери, а мне тулов косной. Так у меня уже все. Ау, ребята. Ай-ай-ай. Где моя пуха? А кто стролил пуху, погоди. Так я 79 выкинул. 79? Это кто, маг спрашивает? Это маг, говорит, 79. Тебе же только что сказали, что ты упал там на тени Послушай, рана. Послушай, я упал в предыдущем. И на Балчезаре тоже упал. Потом я нормально бил. Почему я не заслужил свою пушку? И ролл мне был намного больше твоего. По-моему, поезд всех предупреждал. Кто не стоит в метке, у того минус ролл. Или я ошибаюсь? Ребята, я... Нет, подожди, я тебе объясняю. Говорит про тот пул. На том пуле ты сдох где? За километр от меня. Почему? Потому что ты стоял в звёздах. На том пуле мы никогда не... Минус ролл. То, пуле... что дальше ты все правильно делал, это уже как бы... Ну, как бы... Вот если бы мы тогда бы убили, я бы не спорил из-за того, что не, я если убил. Мы убили, если бы ты все правильно делал на том пуле, на котором ты помер, тогда бы вопросов не было, кинжал бы тебе ушел, без проблем. Но минус ролл сразу объявлялся. Ребят, я считаю... Объявляли его три раза. Считаю, что да это было... маг, нахуй, давай не баламуть хуйню, давайте шахматы бить и это, и пошли по домам. Я нормально общаюсь, нормально, просто проблем поднял. Ты Почему? Просто, мы тут сидим 6 часов, нахуй, имей совесть, нахуй, давайте убиваем шахматы, сижу. И потом пиздите с ним в личку конкретно, сколько хотите. Я, ребят, я понимаю, что вы гильдой вместе, там, все дела. Причем тут гильда? Ты можешь дать нам убить босса последнего? Замутьте его, блядь, какая пушка? Я говорю, после рейда дрочитесь с этим лутом своим. После рейда никого же не найдешь. Нахуй тебе искать? Ты что, ебанулся, блядь? Меня не надо искать, я ищу друг зачем своих... тебе? Зачем тебе это надо, блядь? Ты сейчас 10 человек заставляешь время терять, нахуй. Мы своим также... балабольством из-за пикселя, блядь. Ты две шмотки полутал за рейд, что тебе еще надо, нахуй? Ты упал, не получил шмотку. Дайте ему мут, ребята, убьем без него шахматы, блядь. Мы тут сидим 6 часов, мне сейчас на сутки уходить через 2 часа на работу, нахуй. Прошу по-нормальному, нахуй. Ты не понимаешь человеческий язык? Я говорю, мы тут 6 часов. Нахуй ты развел разговор. Все, спасибо. Сколько минус ролл мой? Минус 100 ролл или сколько, блин? Минус 30. Говорите, кто там, я не помню, что там. Шагать пешками вперед надо. Я не помню, как, кстати, шахматы. Я миллион лет их не проходил. Ну, один челик короля там занимает. Космолист, давай, брат, рассказывай. Кто убивал там? Я шахматы никогда не убивал. Эх, очень давно. Ну, пешки. Они уже пошли шахматы, уже бой парни идет. Ну пошли, хули, есть. Ну, короче, ребят, сделать. Вам нужно в ряд перед королем поставить двух священников, рядом с ними поставить этого кудесника, или как он там называется, и короля рядом, чтобы он их бафал. И вы должны прострелом два священника попадать по королю. И туда же будет, ну, типа, королева, блядь, которая. Ну, маг вот этот второй. Он тоже должен чисто по королю играть. Туда в центр вы подтягиваете просто этих. Коней и этих элементалей.
по факту там чисто вот перед, вражеским королем туда их сдвигаете, там освободите пространство. Все пешки на два хода вперед ходят, перед королем пешка ходит на три. Дмит не королит, я не королит не могу взять. Вот, вот и все. Кубоб, скажи мне, что делать. Потом на следующий... я босса убиваю, так на фоне говорю. Олечка, прыгай в этого, в некролита, ты им бить будешь. Вот он, вот за Орду, блядь. А, вы за Орду играете, нихуя. Вот в этого. По факту то же самое, блядь, не знаю. Давление? О, все, я сам пошел. У вас просто вместо кудесников вот эти вот орк-некролит, вот их в ряд перед королем вражеским вставайте. А вот этим дауном куда двигаться? Каким вот этим? Ты тоже рядышком встаешь, в таргет короля берешь, у него ты два спыла видишь, тройка, четверка. Вот это в короля вражеского пуля. Я двигаться не могу, брат. Там каждые 6 секунд примерно дилей на шаги, как тики. Б этого некролит, который у нас, блядь, огорил, сука. Так и принужденно, бля, огорил, сука. Так че, Полюшка, кого мы статик записываем? Может, кого-то пригласим? Я бы ШП пригласил, мне ШП очень понравился. И Ардру тоже очень хорошо справлялся. Че, как тут, блядь? Наискосок направо иди. Куда, вот сюда? На белую, нет, на одну клеточку. Сюда? Так там огонь. Да. А нет. Нет, там нет огня. В короля в таргет бить. Вот вы своего короля нахуй туда послали, вот это вопрос. Он там у вас умрет. Ну, и что делать? Троечкой? Да, 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 тройка ебаш. Смотри, там что у тебя четверка там делает. Четверку и тройку в него пуляй. Ну. Да, 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 кидай на него тоже. Ба, короля заденет же. А, похуй. У вас просто сейчас король умрет ваш. Пробуй, кто там за нашим королем? Уйди. А, это маг. Где маг? В короле. А ну, свали оттуда, по-братски. Он что, ну, специально, да, так сделал? Угу. Ну, нет, кикни его с рейда за это, да и все. Чтоб кик мага? Ну нахуй он туда зашел королем, блядь, кто так делает? Это же, ну его захуярят сейчас просто. Ну он обиделся, ебать, где-то. Ну хули, нихуя обиделся, блядь. Люди нахуй тут 6 часов сидят, он базар решил развести, ебать. У нас королю пизда там. Так что, он шмотки еще тоже полутал? Ну, полутал, блядь, дохуя. Рассказываю, Кубок. Он, короче, все ныл, что ему не дали... Да хули око за око, уебок ты, блядь. Что ему не дали шмотку на эрдруида, короче. Он говорит, что у него перекат меткости, нужен как бы... Нужны запы без меткости. Я говорю, окей. Короче, смотри, я его не запомнил. В итоге падает потом две шмотки. Одна ноги, короче, с тремя сакетами, меткость хаст. Типа охуенные. Охуенные ноги. Вот. И потом падает следом пояс. Меткость крит, по-моему, или меткость хаст, не помню. Тоже как бы с меткостью. Но он все это забирает, роляет. Говорю, ну у тебя же перекат меткости. Он говорит, да, блядь, да забей, ну это просто уебок. Ну, он, я не знаю. Че за хуйня была? Он пишет, бля, око за око сосите. Да, ну, дебил просто, блядь. Давай нормально убьем, блядь. В короле только пусть нормально. Блядь, вот хватило же ума. Главное, блядь, где-то он не знает, а вот тут он знает, что надо в короля сесть и вайпнуть рейд, нахуй, на шахматах. Ебать, вот, ну, просто, ну, это просто пидор, а не человек, блядь. Пиздец, блядь. Давайте, что делать? Так он говорит циркла, блядь, как он не может на магии нажимать кнопки, там же все должны быть скиллы. Циркла, да он больной человек, нахуй, он просто, блядь, прикидывается. Ты видел, блядь, он завел короля, блядь, и вайпнул нас. Два хуй с таких людей, блядь, просто. Потом штанишки. Уже вот на этого, на, блядь, пала того же самого. На ДК тоже, мне кажется, на... А, нет. Штаны охуевшие вообще, блядь, сочные. Кстати, а как он на РШМ? Шам нормально. Но Шам бы и сидел бы в Этерналах бы. Не, Шам хороший. Шам прям молодец. Ему претензий вообще нет. Может, твинк чей-то. К сожалению, я сейчас уже нашел статик. Да, без проблем.
Идем шагать, убивать их. Бля, пешка же на два могут ходить, что только на один ходит. Не, можно сразу только на один ходить почему-то. На, садиться будем? Обидно то, что этот топор. В эту рубаку сядьте кто-нибудь. Какого? Чтобы подвинуть, вот он. Вот это? А, все сяду. Пойду чернокнижником, хотя не играл ни разу. Обалденный класс, базарю. Давай пиздиться будем с тобой, пехотинец, блядь. Что там у тебя? Поглощение? Поглощать сейчас будет. Метка такой, резкий удар. Держи, брат. Короче, сами разберется. Это кто у нас? Пес, это у нас ладья, это вот это что? Не, это слон. Просто должен быть конь. Это ладья, а конь. Пес должен быть конем. Вот смотри, кто у нас литл, может некролитом сейчас бить. Только почему-то как-то фигуры странно ходят. Король далеко, далеко короля завели. Не, снова очень близко подводишь, по-моему, не? А он что, Геру дает? Что делает? У них, да, у нас нет. Да, так не могу походить. А что, вас, а зачем? У вас до сих пор маг на короле сидит или что? Нет, я не знаю. Почему. Заведите короля нахуй обратно, ребят, он умрет у вас так. Заведи короля там, где поле. Выводите его. Боевой вождь, ребят. Коля с огня. Нет, не веди его туда. Так, давай-ка я тогда, раз у тебя такие приколы, стану-ка я сюда волком, прожму уменьшение урона. Вождя сейчас отпиздят. Давай его обратно веди, слышь? Смолись. Еще не готово. Очевидный ход. Бля, эти короля еще духой хп. Нихуя себе, что вы делаете-то, блядь? Перцы ебаные. Фейк улетает нахуй. В отпуск. Так, а кто там на некролите на втором? На коня похуй, не? Да-да-да. О, кресту нужно попробовать как можно ближе к королю подлезть. Вот, вот так вот, короче, волк здесь дерется. Это фейб за некролита, который не активен. А, нет, фейб за короля. Я тем, который пиздит. Не, ну и королем ебашь. Если можно, конечно. Отведи сами. Огонь, огонь. Бля, там королю закрыли ход, король в огне горит. В сторону просто шагни. Ебать, в другой огонь. Хороший, ебать. А где у вас второй орк, некролит? Он там почему-то стоит, я не знаю, я его... Ну, все сядь у него так. Я им управлять не могу, смотри. Бам? Он да, все... жди 5 секунд, жди. Таймер. Каждый, вот. Садись. А, блядь. И выводи. Король его. Вроде какой-то баф, да, дает? Бля, я так буду 2 часа на самом деле бить, бля, я по 4000 бью. Ну да, вы все втроем должны его бить. Первый орк, налево иди, налево полюшку. Да, вы перед королем должны встать, повернуться в сторону короля и жмакать четверка. Кто второй там на орке у вас сидит? Почему он боком стоит? Вот там, видишь, уже моб подошел, у вас там не было никого. Хуёво. Ну, я некром могу один хер пинать короля их. Да, смотри, чтоб ты не умер там. О, нормально, нормально. А я отсюда могу его ебать? Не достанешь. Там не хватит. Отойди на некром обратно, на этим здоровым. Достану. Они... Короче, кто там на Вол, Дижлайт или как там ты стоишь? Назад отходи на метку. Король должен к вам подойти на один шаг. Короля отведи. Эй, или старый друг, кто там на короле сидит. Куда? Давайте пока моба, который рядом стоит.
Там священник пришел вперед. Вот этого? Да, поле четверка, просто бей, он впереди бьет насквозь. По-моему. Мне нужно, чтобы меня наш друид бафал. А фигуры можно бафать? Ну-ка, сам он вроде хер. Ну, вижу, можно кидает. Хилить может, попал, если... Ой, попал. Если он бабл нажмет, у тебя есть вот это все время, что... Нет, не работает, не работает. Мы проверяли. Ну ладно. Ну, у вас страй хуёвый, вам нужно короля убивать, ну, короче, вайпаться. Давайте, давайте это затронем. Сколько у короля у вражеского хп? А вы убили уже, да, этого? 500 тысяч у него. 58. Типа, я предлагаю это в следующий раз закрыть, блядь, если кому-то... Согласен. Да вы убьёте его даже в 6 человек, ребята, чё вы? Вы ебанько на крыше убили уже, да? Да. Поздравляю. Спасибо. Ну, короче, РЛ этот отдал, типа, шмотку вообще коту, который даже не ролил. И, типа, через хуй кинул ДК. Не, ну, ДК долбоёб. Поэтому... Через хуй мага кинули, потому что он долбоёб. Прям натурально. Да, у вас, типа, кто-то был. Этот дамажит тебя. Кинжал? Ну, сейчас посмотрим. Короче, был маг, мы сказали на венце минус 100 к роллу. Кто, типа... Смотри, сейчас смотри, я к тебе поближе подойду, типа... будешь мне это бафать. Кто вайпнет? Он, короче, вайпнул у нас один раз. Потом на восте, короче, этот... Я сказал, типа, если за полечко никто не будет, типа, еще минус к роллу. И вот, и он тоже вайпнет. Старый бафы меня. Ну, он обиделся, короче, понятно. Ну, вы не фиксировали, да, что у вас, типа, этот? Он тоже, как он зафиксирует? Он тоже не зафиксировал. Чё фиксировать? Чё фиксировать? У меня фулл видео есть. А, ты пишешь? Ну, то ладно. Всё. Старый, давай мне геру. Ребят, ну, у этого парня в любом случае даже нету скрина, типа, правил ролла, правил разролла. Не, ну, если он условно кинул больше... Ну хотя. Ну, тут... а с хуя ли он будет ролить, если вы, допустим. Он кинул больше, но на видео все слышно, кто и как за что минус ролл дает. Так что Но изначально он не может доказать, потому что у него нету скрина по поводу правил ролла. Все, залейте. Он ничего не сможет доказать, я говорю, видео есть. Если будут какие-то на форуме хуйня. Не надо, я же говорю, даже вам видео не нужно, заметь. У короля половина хп. Хоум видео есть. Хоум видео, вот именно, блять, как. Ну есть там, как Аран его ебет, по-моему, да? Вон так было. Мне там с волей, типа, так наебали один раз. Уроните короля вашего, ребят, и все, и еще раз уроните и убейте. Да что так загасить? А, ну что там? Ну, отведи, а, бьете вроде. Ну, вашего орка, по-моему, убило, да? Короля отведи вообще на максимум, бля. Будем так стоять. Не-не, вот так пусть стоит вам. Что, чтобы баф давать? Пать, вы за орду играете, намного проще же, блять, за орду. Да я не знаю, что у них за скиллы вообще. Ну, а орда может по диагонали хуярит, в отличие от орды. Не, не может. О, смотри, да. На нашу. Опа. Не по прямой же только стреляет. Или это просто сравняли шансы? Ну тут наискось. Сравняли, пробивали. А-а-а. Раньше просто не было этой хуйни, типа на орде, типа чернокнижник хуярил по всей карте, и эти тоже уёбки, типа через три клетки, через две клетки могли стрелять. А, по ещё пизда. Ну еще надо попробовать по цели. Этого сейчас добьем, я тебя подхиливаю. Ты после прохила вроде как. Ну да, да, ладно. О, слушай, такой еще их священника сейчас убьет, заебись вообще. Вообще будет. А он не бьет так? Он четверку нажмет, слышишь? Хуйня, не попадает. Двойка, поворачивай лицо свое. Отойди королем. Чем мне сейчас чернокнижник сдохнет, но с урона не будет. Это хуйта какая-то, что не получается у нас. Ну нахуй, я бы завтра это закрыл, я уже вообще не покушу. Нихера себе лок херачит.
через всю карту и по диагонали. Сколько у нашего? 12%. У этого сколько? 33%. О, блядь. Не, ну чё, если они сейчас двигаться не будут, то возможно. А если, короче, отойти вот сюда? Блин, ну чтобы король меня бафал, тогда будет побыстрее хотя бы бить. Пизды получил знатно. Слушай, а может, давай стоять до Талова, короче, я сейчас короля на фул прохилю. Вот король отсюда бафать будет уже. Я вот сейчас короля на фул прохилю. Ты заебешься его хилить. Да похуй. Мы банки, нам похуй. Вот, и сейчас вот смотри, блядь, трипл килл, блядь. Альянс уже чем-то заряжен, нахуй. Что у вас там получается? Да. Оль, проходи направо как раз. Только они идут в атаку сейчас. Да, наискосок куда, да. Куда, вот сюда идти? Направо, направо, нет, направо. Сюда? Я сейчас тоже съебусь. Сюда? Это и так, и так не попадешь. Ладно, пох. Ну и по. Меня лучше хильничатка. Что мне, когда меня пиздить начнут. Ой, зря ты туда стал вообще, слышь, королем. Сейчас пехотинец отпиздит. Опа, он повернул. Да я по 6 тысяч бью. Уходи обратно, слышь, на короле. Не лутай урон, уходи. Ничего не тыкай. 60 тысяч нашего, блин. 50, нахуй. Ну давай, кто на короле у вас сидит? Старый. О! Старый, можно? Давай, съебывай нахуй оттуда, направо сразу уходи. Давай, давай. Тупишь. Уходи, сейчас убьем. Да какой сейчас убьем, давай. Ты сейчас умрешь там, блядь, свали назад. Там 100 тысяч еще бить, 120, нахуй. Не хочешь нахуй уходить. Жди 5 секунд, там каждый тик. Ничего не нажимай, кроме уходить направо. Почти убили, пацаны. Вы просто сейчас умрёшь сейчас там. 30 тысяч там у него, блядь, его хилить надо для чего? Да не туда, блядь, братик. Ой. Вот ко мне ближе, брат. Да. Вот. Он тебя бить не мог. Вот. Он чуть-чуть опять повернётся, будут пиздить тебе. Блядь, ушёл. Ну так ты Геру не даешь, брат, ну чё ж ты? Да похуй. Похуй добивать. Тогда, блин. А видишь, насквозь бьешь. А он за ним пошел, он за ним пошел. Съебывай, съебывай. Да похуй, там нормально. Так какая-то неинтересная, блядь, скучная. Лок, лок, беги! Не смог. Ну, пуляй, поль, что делать. Сколько хп этому короля? 75. Ну, давай. Что у тебя там есть косты, как говорится. По 2000 я заебусь, по-моему, его ковырять немного. Ну шо ж, такая судьба у тебя. 30 костов надо всего сделать. Опа, вперед на шаг. Нет, ну куда ж ты? Нахуй надо. Ты его терпить не сможешь. Стрелять по нему, брат. Пиздец. Хорошо, я думаю, в пизду эти шахматы. Да вы бы убили, если бы ровно сразу делали. Он, походу, язычный вообще. Подожди, так вы не вайпнулись еще? Че ты вышел, Поль? Да какая хуй разница? Ты глянь, что у них там. Ну и че, короче, добейте, блять, и все, господи. Вагон. Да все, в него кто-то сел. Хапал, ты умеешь, нет? Если да хули, нихуя не умею, блядь. Ну, вылазь. Дай Поле залезть. Ну чё, он в него не будет стрелять, да, в короля? Он напрямую должен встать перед ним. Всё, ГБЛ. А, ну всё, забей. Да всё, всё, слили. Предлагаю, ну его нахуй. Да там охуенные шмотки, брат. Там на кастера кольцо с меткостью, критом, вообще пиздать. На танк это. А, ну пошел ты, как говорится. Ага.
пососал, получается. А что ты не зачарил кольцо? Да, не успел, только тут толкнул. Вагон. Че все? Да, получается, надо делить квест задать. Все, пацаны, спасибо за рейд.